Жители села Желтырколь перекрыли дорогу и не дают проехать транспорту. Они утверждают, что из-за карьера по переработке щебня, открытого 2 года назад, единственная дорога, которая связывает село с городом, пришла в негодность. 2014 году Мартин Желтырколь 120 миллион тенге, акимет 120 миллион тенге жол салган, асфальттаган, жап-жақсы жолымыз болды. Сол 2016 жылы дан бастап, қыстан бастап, ТО Форте Митл деген организация. Солар келіп осы жолды құртты. Сельчане жалуются, что за последние 2 года дышать в Желтырколе стало труднее из-за пыли и грязи. Шаңнан бірінші көз аша алмаймыз. Екінші тыныштықтан жұрдай болды уже, тынышы. Ауылдың ішінде балалар мектепке бара алмайды. Біреулі ата-аналар жетектеп апармаса мектепке, мына жолдың үстінен өте алмайды. Олар жаңа КамАЗ-тардың өзі бірімен бірі жарысады. Чтобы остановить движение транспорта, сельчане высыпали на дорогу груду камней. Дежурство у этого блокпоста несут по очереди 24 часа в сутки. Среди дежурящих есть и пожилые люди. Менде осы карьерді сұраймын, өтініп сұраймын. Бірінші секретардан, жағы өзіміздің ауылымыздың әкімінен барлығы жұмыс істесін адам сияқты. Отырмасын үйлерінде. Сильно прошу. Соны тоқтасын деймін. Владельцы карьера отвергают обвинение в том, что дорогу испортили они. Дорогу испортили не мы. В нашем карьере находится всего 4 машины. Это к нам приезжают клиенты. Клиенты приезжают из Астаны, ну, с разных поселков, с дороги, все приезжают и приобретают у нас щебень. Они, значит, испортили дорогу. Аким сельского округа и владельцы карьера говорят, если жители откроют трассу, то к концу сентября к селу проложат дополнительную дорогу. Казыргынгы бізде шарт жасалған, келісім бар, бұл кісілермен. Енді бұл ана жерде айтып отырмын ғой, 3,5 халық бар. Соның жартысы кейде болады, жартысы болмайды. Жители Желтырколь утверждают, что такие обещания им давали и раньше. Сейчас они не верят в планы построить новую дорогу. Требуют, чтобы трассу к селу проложили за государственный счет, запретив передвигаться по ней грузовикам, которые едут в карьер и обратно. Уркен Жаймерген, Ержан Амирханов, Азаттык ТВ.